Ну что же, всем привет! Я продолжаю прохождение Spyro Reignited Trilogy, а именно Spyro 3, Year of the Dragon. И сейчас мы должны отправиться на Crystal Islands, то есть Кристальные острова. И потом, по идее, мы должны пойти к боссу, потому что вроде как больше уровней не осталось. А после босса мы должны пойти вон в ту локацию, которая, по идее, должна после прохождения босса открыться. Но я еще не уверен, потому что нужно найти вот это вот яйцо. Хотя, ну сколько здесь может быть яиц? 6? Если 6, тогда их 146 будет, а тогда на том уровне я понятия не имею. Что-то как-то 149 у меня не складывается вообще, но потом посмотрим на это дело. Ладно, погнали. Да, это очень красивый уровень. Такс. И, скорее всего, какой-нибудь зубодробящий. Ну, как всегда. Ладно, что ты мне скажешь? Some magic from the sorceress. We're hiding here whilst we practice using it. Unfortunately, we've had the beat of an accident and turned everything into crystal, and it seems to have aggravated the indigenous creature. Еще раз что? Спайра, не говори никому, но мы сперли немного магии у колдуньи. Что ж, и мы как бы скрывали и пытались, в общем-то, практиковаться, чтобы использовать. Ну и, в общем-то, у нас произошел небольшой инцидент, и все превратилось в кристалл. И это еще послужило, в общем-то, созданием непонятных существ. Классно. Молодец. О! В смысле? Спаркс, этот кристалл тут просто так для красоты или у меня глюки? Ну просто я его пинаю, ничего не происходит. Небольшая наглость. Так, я под водой, поэтому плеваться огнем я не могу, следовательно, тебя просто надо сбить. Вот и все. Такс. Так, здесь мы закончили. Воу. Такого я сейчас не ожидал. Это была очень странная белка. Или стоять. Судя по хвосту, это был бобр. Что вы натворили? То есть, это кристалл, который реально нельзя взять. Потому что он не падает. А если там, я не знаю, плюнуть в него чем-нибудь? Спаркс показывает, что опять что-то внизу есть. Но я в этом не уверен. Давайте посмотрим. Так оно и оказалось, здесь ниже есть кристаллики. Но, блин, место странное. Неужели те кристаллы вот тут, которые работают здесь в качестве светильников, нельзя взять? Будем надеяться, что так оно и есть. Потому что иначе это будет очень глупо. Да, и сломать его никак нельзя, видимо. Окей, это кристальный медведь. Медведь, в смысле. И все вы, я так понял, уничтожаетесь огнем. Что очень удобно. Так, слоненько, и куда мне теперь? Теперь мне просто дальше. На уровне 6 яиц и также 700 кристаллов. Летающий бобер. Что еще расскажете? Ладно, давай рассказывай. Would you like to see a magic trick? Watch carefully. As you can see, there is nothing up my left sleeve and nothing up my right sleeve. But now, with a wave of my hands and the magic word, Alakazam! Чуть сейчас было. Так, не хочешь ли посмотреть на магический трюк? Смотри внимательно, как ты можешь. Типа, у меня ничего нет с левой стороны и с правой стороны, но... Как только я взмахну моими руками и принесу магическое слово Алахазам, что-то появится, я так понял. Гигантские кристаллы. Классно. Но я пойду еще на дно. Так, осьминожка, ты труп. По-моему, я здесь видел яйцо. Или, возможно, это как раз таки была осьминожка, которую я принял за яйцо. Скорее всего, так оно и есть. Все. Вроде как. Теперь идти повыше. Окей, использую еще раз свою магию. Так, ну и я успел. Так, меня игра сохранила. Удачно. Надо разобраться со всеми врагами. Есть. Блин, ну вот эти вот светильники, которые используют кристаллы, меня очень дезориентируют. А потом окажется то, что на самом деле их можно взять. Что будет вообще весело.
Кстати, можно прогуляться вот сюда за яйцом. Мэнни. Так, а назад, я так понял, я не вернусь. Здорово. Придется совершить еще один кружок. Да-да-да. Так. Так. Все, тут мы закончили. Меня Зоя опять сохранила. Спасибо ей за это. Так, ну здесь больше нет кристаллов. О, абракадабра, смешно. Все это магия, misdirection, you know, ну типа направлено не туда, ты понимаешь? И вот почему я собираюсь, в общем-то, whirlwind over there. Ну, короче, он собирается какую-то дичь сделать. Заморозить, что ли, все к чертям? А эта штука мне по шее не даст? Эти медведи, они больше похожи не на кристальных, а на ледяных. Хотя лед это кристалл или нет? Ну, типа кристаллики льда, все такое. Так кто-нибудь вообще говорит, или я внесу какую-то колесицу? Текс. А, я все сломал. Теперь передолить наверх. А как еще раз? А, походу ты должен был создать вихрь из воздуха, я понял. Okay. Да, так оно и работает. А поначалу просто было непонятно, что он вообще сделал. Бэкс, здорово, чувак. Давненько не виделись. Лучше бы вообще никогда не виделись. Так, мне нужно подняться на кристальную башню. Ладно. Spyro, did you know I happen to be a very talented amateur magician? My specialty is the amazing extending bridge trick. I'd love to show you, but I'll need a small donation first. For my expenses, you understand. Ну и, короче говоря, он тут нам задвигает о том, то, что он на самом деле довольно талантливый, ну будем говорить, волшебник. И его специальность это строительство величайших мостов. Ну и он бы показал, но, естественно, не бесплатно. Типа, не снова, ладно, так и быть. Типа, а мне нормально и тут. Very good. Ah, let's see. Hocus pocus, ziggledy zen, make this bridge get long again. Я тебя ненавижу. Что ж, хорошо, фокус-покус, ziggledy zen, сделай этот мост длинным снова. Ну, поскольку я перевел дословно, рифмы вообще не будет. Ой, там полетать меня просто, я так понял. Что делать с этими бобрами? Так, сначала я слетаю вот сюда. Ой, там уровень за нашего друга Бентли. Как, правда, туда попасть, я не знаю. Еще там сундук, которому нужен ключ. Что еще расскажете? По-моему, это не самый добрый уровень. И проходить я его буду годами. Текс. Что ж, на днище я собрал все. Мне еще и прилетело. Well, I suppose I could show you... Да, вы все покажете свой новый трюк. Тоже кристаллы из воды. Ну, конечно же. Так. Ну, походу, тебе придется чел делать так несколько раз, по той причине то, что... Ах ты ж гнида. Так, еще два бобра. Убил? Убил. Удобно. Ну и в третий раз. Как же я ненавижу этих бобров.
Интересно, а эти бобры понимают, что они ошибка природы? Нет. Ой, какой ужас. Ой, какой ужас дважды. Что вообще происходит? Ой. Почему все так плохо? Я долетел в какой-то веке. Нет! Кто бы мог подумать, что такая дичь произойдет? Ага, ключ-то мне где найти? Так, ты мне должен что-то рассказать, но я пока что тебя забью. Так, мне прилетело от бобра. Что ж, вот, возьми это. Я хотел его использовать для своего магического трюка, но моей магии что-то просто постоянно прыгает или что-то, ну, скачет. Ладно, фиг его знает. Лай, Ллойд. Классно. Только два яйца. И вообще ничтожное количество кристаллов. Можно как-то повыше подняться. Типа, привет. Но явно не отсюда. Ладно. Идем сюда. И что это у нас за местечко такое? Ну, здесь кристаллы уже хорошо. И здесь еще скользко, а вот это нехорошо. Так, стоять. Все ли кристаллы я собрал? Но этого, я так понял, я уже не узнаю. То есть, походу, придется проходить во второй раз. Паршиво. Я буду вот так вот упираться в стену. Потому что это работает. Ой, а здесь сейчас вообще будет какая-то дичь. Ладно, пронесло. Хочу все кристаллики. Это ведь не так уж сложно, да? А если я не получу всех кристалликов? Будет обидненько. Ух, аккуратно. И доехал. Здесь еще есть кристаллы. И яйцо. Элойс. Нет, я собрал здесь все кристаллы. Офигенно. Так, я могу полететь к этому сундуку. Сломать я его не в состоянии, поэтому просто пойдем чуточку выше. На уровень за Бентли. А от уровня за Бентли можно куда-нибудь попасть? Да, можно полетать. Ладненько, ну пойдем за Бентли пока что. Что ж, короче, как перевести good evening? Ну, короче, хорошего дня, Спайро. Или типа добрый день, Спайро. Короче, великолепный Рендини. Что-то там хочет нам показать свое новое представление. Я слышал то, что оно довольно впечатляющее, и я хочу посмотреть шоу. Ладно. Это можно сломать. Нет, значит, это можно двигать. Класс. Подвинем вот это. И увидим, какое огромное количество тут кристаллов. А потом мы полетаем. Так, и что тебе тут от меня надо? I'm afraid my magic show seems to have overexcited the moles. All they need is a good bonk on the head to calm them down. And you look like just the yeti to help. Что ж, я так понял, с его магией что-то не так, скажем это вкратце, и он сказал то, что я тот yeti, который может ему помочь. Bash the moles, и мне нужно сломать вот эти горы, что ли? Ладно. A light tap on the head should sort them out, but be careful. My friends are trying to burrow after them. Понятно.
Мне нужно использовать мою дубину, чтобы сломать горы. И мне нельзя бить гномов. Жалко. А, я так понял, молс это вот эти вот грызуны. Я дурак. Ой. Понятно. Это то есть мне получается надо еще смотреть, кого бить. Это как-то печально. Так, гномы, грызуны. А время-то еще и ограничено. Вообще весело. Кто так делает? Половина есть, осталось 40 секунд. Я не хочу долбануть случайно гнома. Ой, как же это ужасно. Серьезно, хуже задания не придумаешь. Они еще спавнятся в рандомных местах. Как вариант, можно было бы просто запомнить, откуда они вылезают, но блин. Как не долбануть случайно гнома? Это гномы больше, чем эти грызуны. Их еще по количеству по-смешному просто больше. Так, ладно. Пока что мне везет, у меня уже 14. Главное по случайности не долбануть гнома. 18 секунд, блин. 17. 19. Где еще один? Пожалуйста. Вылези где-нибудь рядом. Спасибо. Все, и он нашел яйцо. Сказал мне хорошую работу, а вот тебе яичко. Ух. Больше тебе от меня ничего не надо. Я просто хочу пойти кристаллы пособирать. Так. 571 кристалл. 4,6 яиц. Неплохо. Мне нужно поймать летающего вора. Это, так понял, надо сделать за Спайра уже. То есть это все-таки не кристаллы. Не. Да, вроде как все. Мне отсюда надо выбираться. Почему? Мне показывают, будто внизу что-то есть. Это как какой-то бред. Ну-ка, давайте-ка подойдем вот сюда. Спросим у него что-нибудь. Так, ему нужно отменить свое следующее представление, потому что произошло что-то, что ему не понравилось. И окей. Может, ты все-таки на портал указываешь, Спаркс? Я просто дурак. А, да, он указывает на портал. Слава тебе. Так. Кратенько приземлиться. Ну что, полетать? А где хоть вор-то этот летающий, алё? Этот момент я провтыкал. Ой, классно, где я? Ой, меня здесь не было, я хочу туда. Хочу пособирать кристаллики. И свалить теперь отсюда. Странно, я думал, пойдет цепная реакция. Красиво. Так, и что у нас тут теперь? Тут у нас ничего. А летать в той стороне? Там есть кристалл, что ли? Нет, мне просто кажется. А, тут еще есть яйцо. Было бы смешно, если бы я сейчас улетел без него. Грейс. И 5,6 яиц. Окей. Смогу ли я долететь теперь обратно? Просто вдруг нет, а локация довольно большая. Эх. Надоело. Так, желательно еще раз через врата пролететь. Чтоб, так сказать, обнулить свой счетчик.
Эх, как бы было бы красиво, если бы я удолбанул с первого раза. А еще так быстро. Получилось. Макс. Всего 6 из 6 яиц. Осталось теперь понять, где кристаллы. Так, ладно, возьмем вот эту штуковину просто полетать. Так, Санус Паркс говорит то, что они здесь, но это понятно. Вот мне осталось бы понять теперь, где ключ. Потому что все кристаллы, так понял, находятся именно в этом сундуке. Эх, а ключи, я так понял, я так и не найду. Стоять, вот он. Ой, невидимая стена, извиняюсь. Так, а вот и сундук. Опять невидимая стена, извиняюсь. Все? Нет. 690 из 700. Честно, не смешно. А главное, где они? Так, ну Спайро... А, Спаркс показал то, что они где-то наверху. То есть, по-моему, вот куда-то туда повыше можно было долететь. Чего? Как вариант, он просто тут наверху? Да, так оно и оказалось. Все, 700 из 700. И уровень завершен на 100%. 146 яиц. Следовательно, осталось еще 3. Так, точно ли я здесь все прошел на 100%? Здесь где-то Egg for Sale, яйцо на продажу. Но где оно, я не знаю. И вроде как я здесь прошел все уровни, здесь их больше нет. Это я прошел, то я прошел. Это ракета, чтобы удалиться, это я прошел. Там уровни спидвейм я прошел. То есть, по идее, это реально все. Dynamines я тоже прошел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, седьмой это босс. Все. А, ну еще есть уровень за Спаркса. Точно, как я мог про него забыть? Там-то я соберу еще яйца. Что ж, Sorcerer Slayer. Ну, что ж, финальный босс. Погнали, а жизни у меня... вообще мало. 10. Ну, думаю, мне хватит. Ура! Время надрать... чей-то колдуньи зад. То есть он даже не будет объяснять, как он мне поможет? Вот это я понимаю. Чё ты ржёшь, я не понял. Как тебя вообще атаковать-то? Ну, видимо, не так. Кстати, там внизу была пушка. То есть она в меня шмаляет фаерболами, а я могу стрелять в нее целым ничем. Ну-ка. Ой, можно разок попасть? Ауч, не прилетело. Ну, разок я реально попал. Вообще классно. Серьезно, мне дают только один раз в нее попасть? Обидно, я думал, можно больше. Ага, тут только овцы остались. Ой, давай ты уйдешь. Спасибо. Почему агент Най не хочет сбивать овец? По-моему, у этого босса три формы. Ой, серьезно, я ее больше стал дамажить? Все, мне прилетело. Овец мне. Спасибо. А бабочку-то не взял. Еще овец мне. Спасибо. А бабочку снова не взял. Ауч. Как бы... стой на месте, тварь. Ну ты гнида. Овцу мне. Мне нужна овца. Там столько овец на шариках, я их вижу. Лопните хоть одну. Так, это просто фаербол. Фигня.
Снова фаербол. Чего, оно в лаву просто упало? А сейчас я чуть в лаву не упал. Вообще шикарно. Ауч. Теперь реально, мне нужна овца. Почему я по ней попасть не могу? Так-то работает. Хе, я выжил. Но мне реально нужна овца. А вон и овца. О, спасибо. Аж за целых две овцы. Пронесло, что ли? Во второй раз не пронесет. Пронесло. Все, у меня фул хп. Так, что-то лопнуло. Где-то тут рядом. Как попасть-то из этой штуковины? Она еще не поворотлива ни разу. О, еще раз попал, спасибо. Ой, все, прилетело. Мне кажется, я очень медленно бью этого босса. Так, что-то еще лопнуло. Ауч. Это было по-идиотски. Не, так просто это у тебя не выйдет. Так, я попал. В смысле, это хотите сказать все? Джордж. Это все. Ну ладно. Спайро, ты одержал победу над колдуньей. Спас драконьи яйца. И вернул свободу в забытые земли. Чем планируешь заняться дальше? Устроишь себе каникулы на драконьих берегах? Ты порой настоящий комедиан, Бентли. И мне все еще надо найти оставшиеся драконьи яйца. Также, Хантер, походу, снова испарился. И надо проверить, не случилось ли с ним чего. И ты его часом не видел? Я... Нет. Если бы я знал, где сейчас находится Хантер, я бы сразу же сообщил тебе об этом. Тут забавная штука, Спайро. Я перенастраивал порталы Авалара, чтобы оказаться в мире драконов. Но каким-то образом очутился здесь. Возможно, записанные мною координаты просто устарели. Ага, на 1000 лет. Это объясняет, почему книга была такой дешевой. Что ж, поскольку ты снова спас мир... Ненавистишь ли меня в Аваларе? Конечно, Лора. Но мне все еще надо найти оставшиеся яйца. И... Хантер снова куда-то исчез. Ты сказал... Хантер? Эй, слушай, я могу помочь, я тут немного стрелся. Агент Най, мне показалось, я там вдали видел Райнака. Райнак! Ну, давайте мы сюда. Хочешь потягаться со мной, да? Жри мой лазер, панк! Ну давай, выходи! Где же ты прячешься? Я уверен, Хантер находится в хороших руках. То есть, я имел в виду, он скоро вернется. Обещай, что скоро навестишь меня, хорошо? Сколько раз я вам говорила не трогать того лося? Это была идея, Билли. Да, да. Это так, Билли? Может быть, мне кто-нибудь наконец поможет? Тут вообще дышать нечем. Придержи эту мысль, Бентли. Спайро, рада тебя видеть. Привет, Шейла. Я пытаюсь найти Хантера целый день. Ты его не видела? Извини, Спайро. Хантер просил не говорить, куда они пошли. Они... Ты ничего от меня не слышал. О нет. Печальное зрелище, Спаркс. Еще один благородный воин стал жертвой яда любви. Надо отвлечься. Ну и думаю, нам придется найти оставшиеся яйца самим. Ну же, Спайро, возьми небольшой перерыв. И давай насладимся шоу.
Так, и что мне теперь предстоит сделать? Здесь где-то находится яйцо на продажу. Но где именно, я понятия не имею. Давайте-ка как вариант сходим к замку колдуньи, а здесь у нас Money Bags. Может быть, как раз-таки он нам что-то и сейчас и даст? Там яйцо, вернет оставшиеся кристаллы. А ну, тварина. Don't worry, Spyro, I won't be needing any more of your money. Now, now, don't look so surprised. I found one of the dragon eggs, and I'm going to sell it for a fortune back at Avalar. Why are you looking at me like that? I've got to be going now. Toodles! Так, он говорит, не беспокойся, Спайро. Мне больше не нужны деньги от тебя, а сейчас... А, тихо-тихо, не смотри на меня так удивленно. Я нашел одно из драконьих яиц. Я собираюсь продать его за неприличную стоимость сразу же, как вернусь в Авалар. Почему ты меня так смотришь? Мне надо идти. Пока. Все, теперь ты у нас обычный воришка, и можно дать тебе под зад. Как же это приятно. Я так понял, разработчики решили дать насладиться этим моментом, просто... Так сказать, за все две части, что мы его видели. Он сказал проклятие дважды. Я не думал, что драконы такие быстрые. Все, я сдаюсь. Я возвращаюсь, в общем-то говоря, к страшному болоту и, типа, стану поэтом Хоку. Эл. Или Ал. Скорее всего, Ал. Так. И это 148 яиц. Теперь осталось пройти уровень за Спаркса, там собрать оставшиеся кристаллы, а их там 200. Итого у меня будет 15 тысяч, и последнее яйцо. Вообще все шикарно. Сейчас все реально шикарно. Так, а уровень за Спаркса у нас, по-моему, где-то тут. Вот он. Что ж, до того, как ты надрал, в общем-то, жирный, уродливый зад колдуньи, она успела построить, в общем-то, фабрику по производству роботизированных жуков, ну то есть жуков-роботов. Они были, в общем-то, сделаны для того, чтобы попить Спарк, но я не думаю, то, что они вообще, как сказать, составят ему какую-то угрозу. Так, да, отправиться на Багбот Фактори. Это бонусный уровень, погнали. Да, 200 кристаллов на яйцо, я был прав. Так, а чего это Спаркс так медленно летит? Потому что ускоряться на квадрат. Так. У этого крабика еще и ключ. Вот гнида. А Спаркс во время ускорения стрелять еще и не может. Вообще шикарно. И как тогда прикажете с ним разобраться? У него даже мои выстрелы не долетают. Вот твою ж налево. То есть мне стоит только ускорение отпустить, и Спаркс перестает стрелять. Надо что-то прям в упор вот так вот подойти и начать шмалять. Ну, типа, почти достал. Нет. Я вот реально близко, надо что-то подлететь или просто сбить. Скорее всего, просто сбить. Наконец-то. И теперь проход открыт. Так, стрейфимся. И все. Понятно. Тут где-то рядом ваш спаунер.
И этот спаунер, вот эта вот большая вот фиговина. Так, там еще один крабик. С ключом, которого мне удалось только что повредить немного. Прикольненько. Когда эта тварина убежала, далеко ты не уйдешь. Так, игра сохранилась. Думаю, стоит начать шмалять. Только в другом направлении. Так, вот эта вот тварь быстрая, мне она не нравится. Так, и что у нас тут? Тут у нас, скорее всего, просто кристаллики. О! И улучшенный запас чего-то там. А, это просто щит. Ладно. Кажется, я понял, зачем мне щит. А, я еще врагов так уничтожить могу, здорово. Еще тебе могу дать по шее, как вариант. Так, тогда надо их уничтожить. Но сначала догнать тебя. Боже, попади в него хоть раз. Спаркс. Наконец-то. Спасибо. В смысле, я еще не всех уничтожил? Так, не тем местом стреляю. Все. Так, не эта дверь открылась. Ладно. Еще здесь есть проход. Ну и тоже не пойдет. Сюда? Нет. Значит, сюда. Так, вышло на удивление удачно. Так, может теперь сюда? Агась. Теперь в эту комнату. Так, что-то пошло не по плану. Так, а щит хоть сняли? Да, щит сняли. Отлично. Такс. Теперь снова крабик. Или нет? Видимо, нет. Неужели здесь будет босс? Похоже на то. Так, сюда нужен ключ. Так, рассадник я уничтожил. Офигеть, меня еще даже ни разу не задели. Кажется, я накаркаю. Бою налево. Да, я накаркал. А что, меня теперь неплохо так покоцали. Так, там была бабочка. На самом деле, там было много бабочек. Ауч, прилетело. Так, теперь очень сильно прилетело. Теперь надо походить по локациям. И пособирать бабочек. Потому что Зои меня, так понял, вообще не сохранила. Так, вот еще одна бабочка. Ты когда тут появился-то, алё? Какая мерзкая тварь. А это когда активировалось еще раз? Вот это называется вернулся назад. Ну ладно, хотя бы кристалликов собрал. Так, а здесь? Здесь хилки, к сожалению, не было. Вот твою ж налево. Нужна хилка, ее просто нет. Вот щит бы тот мне вообще не повредил сейчас. А сейчас придется здорово так уворачиваться от всякого мусора. Так, все, с этой тварью разобрался. Теперь будет немножечко проще. Не знаю, правда, где именно, но где-то должно быть проще. Определенно. Вот так вот должно быть проще. Фух, я все еще жив. Невероятно. Так, и здесь крабик с ключом. Отдай мне ключ. Так, и Зоя меня сохранил. Так, теперь мне в эту сторону. Что меня ждет здесь? Только не говорите, что это босс. А, кстати, очень похоже на то, это босс. Только очень странный. А бабочек здесь часом нигде не летает.
Так, эти жуки, я так понял, тут просто зрители какие-то. А, их теперь две. Ой. Ладно, зато хоть теперь фул хп. И теперь отображается полоска жизни у этой твари. То есть до этого ее не было. Как же это классно. Так, у нас с ней практически одинаковое количество здоровья. Еще если не пересекаться с этой тварью лицо к лицу, она будет вообще легкой. Ну же, давай, Спаркс. Так, теперь у меня половина здоровья. Капец, чем эта тварь меньше, тем в нее попасть сложнее. Все, минус один. Осталась вторая половина. Как бы настроиться на тебя. Хотя, как вариант, может быть, так просто будет проще. Да, так просто будет проще, я дурак. Все. Аннабель. Так, я собрал еще далеко не все кристаллы. Так, я слышу яйцекрады, или мне показалось? О, привет, Бьянка, и что ты мне скажешь? Эй, ты сделал это, Спайро. Хантер немного волновался насчет того, что ты отправился на бой с колдуньей, но я всегда знала, что ты победишь ее. This place is where the sorceress kept all her treasure. But after she was defeated, a bunch of thieves came and stole it. If you can catch the thieves, you're more than welcome to keep the treasure. Хорошо, она говорит, это место, где колония хранила все ее сокровища. Но после того, как она, в общем, была побеждена, кучка воров пришла и все своровала. Если ты сможешь поймать воров, ты соберешь больше, чем надо. Oh, by the way, Hunter is around here somewhere. He's been tinkering with one of his new toys all day, and he wants to show it off. О, и еще, Хантер находится где-то здесь, и он сидит и целый день играет со своей новой игрушкой. И очень хочет ее показать. Ты должен найти его. Здорово. У вора реально просто сундучок в руке. Такой маленький. Капец. Ого. Ладно, погнали за вторым. А вообще свалил непонятно куда. Так, они убить тварь. А может быть и нет. Сколько же здесь будет этих воров? Мне просто уже интересно. Там еще летает снова НЛО. Думаю, задание за Хантера будет связано с тем, что нам придется в очередной раз победить гребаных овец. Получилось. Так. И там есть еще какая-то дверь, которая закрыта. А открыть ее только в том случае можно, если набрать достаточное количество кристаллов. Ну, думаю, это я сделаю. Так, а он еще и бежит, кстати, не по большому такому пути. Но он просто бежит по кругу. И с каждым прыжком я все ближе. А теперь снова дальше. Теперь я это сделал.
Так, давайте-ка нажмем по этой кнопке. Я так понял, здесь дофига кристаллов упало. Агась. Где еще кристаллы? Я пока что вообще не вижу. Блин, на место огромное. А, нет, если смотреть по карте, нифига оно не огромное, но на самом деле довольно маленькое. Так, а вот тут у нас Бьянка. Давайте-ка ее просто рассмотрим поближе. Так, классно, мне модель крольчихи игра не хочет показывать. Какой же Спайра по сравнению со всеми этими персонажами маленькими. Просто гляньте на эту крольчиху. Она больше гребаного дракона. Ну ладно, Спайра еще тип маленький, то есть это нормально. А, это просто свет. Ладно. А куда я теперь могу отправиться-то? Я так понял, все двери просто закрыты. Так, здесь есть еще кристаллики. Вот здесь еще один вор. Которого удалось поймать сразу же. Там второй вор. Блин. Было бы смешно, если бы мне удалось его схватить сейчас. Получилось. Аккуратнее, здесь ничего не видно. 18500 кристаллов, офигеть, можно надо собрать. Так, ну по идее теперь я могу открыть ту дверь, где надо было 16000 собрать. А, здесь 20000, ладно. Значит, вон там 16. Я так понял, в итоге я соберу 20000. Эта дверь открылась, и что меня тут ждет? А вот и Хантер. Окей. И да, впереди меня ждут кристаллы. Hi, Spyro. Did you see Bianca? She was really worried about you when you went off to fight the sorceress. It was pretty funny. She tries to play it cool, but she was scared stiff until you came back safe. Что ж, привет, Спайро. Видел Бьянку. Она очень сильно за тебя волновалась, когда ты пошел на бой с колдуньей. Это было очень смешно. Она пыталась выглядеть крутой, но она была напугана до того, пока ты не пришел в сохранности. Одна сказала то, что она не волновалась. А это говорит, что он не волновался. Что ж, я просто закончил... Короче, я просто, в общем-то говоря, чинил свою субмарину. И почему бы тебе на ней не прокатиться? Да-да-да, погнали. Так, и что мне надо тут сделать? Неужели просто покататься на этот раз? О-о-о! Вот это я, кстати, люблю. Прицелиться бы просто. Мне интересно, что мне за это дадут. Понятно, кристаллики. И здесь всего 7, не так уж и много, в принципе. Неужели еще есть живые райнаки? Капец. Прицелился. Так. Ладно, теперь будем плыть за тобой. Эх, прицел сбросился. Серьезно. Получилось. Ну же. Спасибо. Ой, какой ужас. Что происходит вообще? Сейчас он развернется 100%. Агась, но уже будет поздно. А может быть и нет. У меня прицел сбросился из-за этого. Все, 7 из 7. И что мне теперь тут еще надо делать? По идее, ничего. Я валю отсюда. Окей, 17335 у меня теперь. Теперь мне открылась следующая дверь, я так понял. Агась. Ты мне хочешь сказать, что мне придется здесь участвовать в гонке? Где еще и кристаллы разбросаны? Check it out. This is the world's fastest turbo snowboard course. The local champions are the Sasquatch Six, a gang of yetis on souped-up snow discs. I bet that you could outrace the lot of them. If you win, we'll get a huge pile of treasure. If you lose, I'll have to slick down the whole course with my tongue. Капец. Что ж, посмотри, это величайший... А, это самый быстрый, в общем-то, курс сноубордистов. И локальные чемпионы здесь. Это, короче, банда 6, просто банда йети,
которая катается на снежных дисках. Я сказал то, что ты без проблем их победишь, но и в случае, если ты проиграешь, он вылежит весь курс своим языком. Знаешь, я очень хочу проиграть, чтобы ты вылезал этот курс. Просто ты меня уже бесишь под конец. Да, и трюки здесь, естественно, можно делать. Также здесь есть кристаллы. Я шестой. С этим делом можно было как-нибудь разобраться, но я врезался. Я еще и седьмой теперь. А их здесь очень много. Я уверен, под конец мне дадут собрать кристаллы, но я люблю делать от себя тяну. На самом деле здесь очень много кристаллов. Блин, эта штуковина ускоряется в самый неподходящий момент. Ауч, я упал. Похоже на то. Мне нравится то, что это все еще первый круг. То есть вообще нормально. Я буду катиться здесь. Так, и смотреть, где я еще упустил кристаллики. Получится ли у меня собрать все за один заезд? Вот этого я уже не знаю. Классно участвовать в гонке не ради там чего-то важного, а просто собирать кристаллики. Кристаллики прикольные, они там были наверху еще. Так. Назад, я так понял, мне развернуться не дадут, да? Да, мне не дадут или получилось. Ну, кстати, по идее дали, но блин. Ага, туда я не перепрыгну, я понял. Паршиво. Значит, на следующем кругу надо взять их. Просто аккуратненько. Здесь очень много кристаллов. Так. О, на верхушке что-то было, но я уже не соберу. Я же соберу. Так, ну тут я вижу пару кристаллов. Еще на той стороне есть парочка кристаллов. И вот там повыше были кристаллы. Ну-ка, я хочу развернуться. Мне никто не даст эту возможность. Ладно, так и быть. Идем дальше. Собрать все надо. Чего это сейчас было? Там можно было так схалтурить? Так, а вот это уже интересно. То есть, еще раз. Кстати, вот так могу схалтурить тут. Главное долететь теперь. Так, здесь два кристалла. Оба я их взял. Там еще дальше есть кристаллик. Так, и просто покатаемся по кругу. Я так понял, выигрыш будет просто дофига кристаллов. Ну ладно. На самом деле это выглядит не так уж и сложно, но блин. Так впадлу. Экс. А игру надо пройти на 117%. Вот ведь веселье. Так, ну и вроде я собрал здесь абсолютно все, что можно. Классные глюки, игра. Но я при этом шестой. Чего мне прикажется с этим дерьмом делать? Ой, как весело-то. Сейчас бы всегда мечтал побегать. На трассе, где нужен как бы скейтборд. Ой, мне надо ускориться. А как мне это сделать? Дерьмо. Вот и какого черта игра? Хоть тут спасибо.
гонка в слоумо, что может быть лучше. Я не хочу просто перезапускать игру, потому что мне впадло. Потому что я так далеко зашел, я не хочу ее уже просто перезапускать или из нее выходить. Но походу придется после этой гонки. Вот я еду пятым. Резко третьим. Теперь вторым. Удивительно. Потому что стена. Окей, хоть в этот раз мне удалось адаптироваться, и камера мне толком не помешала. Что ж, ну это только второй круг. Я сомневаюсь, что я смогу его обогнать и придержаться потом на первом месте. Нет, Спайро, пожалуйста, спасибо. Я уже так боюсь всего, что происходит тут. Я сейчас очень медленно качусь. Потому что у меня, во-первых, игра тупит. А во-вторых, просто Спайро сам по себе медленный. Офигеть можно. Я все еще первый. Ну вот фиг тебе. Осталось продержаться еще совсем чуть-чуть. Здорово, конечно, проходить эту гонку с просаженным FPS-ом. Не знаю, просто какой-то New Game Experience, никогда такого не ощущал. Так, что ж, за один флик мне ничего не дадут. Печалька. Главное сейчас удержаться на гребаном первом месте. Все, что мне надо от этой гребаной жизни. Все. Небольшое ускорение. И тут финиш. Офигенно. Неужели я это сделал? Ага. Мне абсолютно все равно, что ты мне тут скажешь. Я хочу свои кристаллы и свалить отсюда. Это когда-нибудь прекратится? Игра, тебе хорошо? Ну ладно, подожду, наконец-то. Сколько у меня их? 3775 из 500. Ой, из 5000. Выходим. Игра по-прежнему не отлагала, что весело. Это значит, что ее придется перезапускать. Надо хоть запомнить, в какую дверь мне надо идти теперь. У меня кристаллов 18000, значит, надо найти дверь с 18000. По-моему, она была дальше, ну ладно. Окей. Так, и теперь вот эта дверь открылась. Ой, здесь полетать, пострелять. В общем, все, что я люблю. Окей. О, еще это дело бесконечно у меня. Так, одна из семи, понятно. Ну, полетаем, всех уничтожим, это весело. Что это сейчас было? Ой, там еще куда-то повыше, что ли, можно было? Или мне кажется? Скорее всего, мне кажется. Так, за тобой полечу. Ты ближе всех. Но еще, кстати, мои фаерболы летят достаточно быстро. Это хорошо. А ты, Спайро, надоел врезаться во всякие углы. Так, полетим за той овцой, потому что он дальше всех находится. Да, сколько можно, игра? Пожалуйста, хватит. Так, а где еще? А, так, у меня полет, оказывается, все-таки заканчивается. Ладно, но он это делает очень медленно.
Так, вот еще одна тарелка. Повезло. Ну и где последняя-то? Ну, уже 6 из 7, я ее слышу. Вот она. Попади, Спайра, ну уже. Разок. Спасибо. Все, я собрал 5000 из 5000 кристалликов. Так, я уровень завершен на 100%. Ага, и теперь откроется вот эта вот верхняя дверь, потому что как раз таки надо было 20 тысяч. Угу. И здесь финальный бой с колдуньей. Что ж, я не знаю, как она это сделала, Спайра, но она каким-то образом выжила после последнего сражения. Она ждала все это время здесь, сохраняя магию, чтобы уничтожить тебя. Your best chance of defeating her is my flying saucer. I've cast some spells to give it extra firepower and unlimited flying time. But the rest is up to you. You've come this far, Spyro. I know you can beat her. Что ж, твой единственный шанс победить колдунью — это мой летающий соусер, но, скорее всего, будем называть это моей летающей доской. И я также повестила парочку улучшений, чтобы дать тебе больше огневой мощи и бесконечный полет. И типа, я так понял, я надеюсь на тебя. Ты к этому так долго шел, Спайро, я знаю, ты сможешь победить ее. А, класс. Эта штука управляемая как... Фиг пойми что. Окей, пока что это очень легко. А теперь, может быть, не очень. Так, ну сейчас она, кстати, более управляемая, чем тогда. Видимо, разработчики поняли, то, что нельзя так делать. Спайра, можно попадать? Спасибо. На другую сторону, что ли, полетела? Да, так оно и оказалось. А, очень прилетело. Так, и где ты, тварь? Приветик. В смысле? Я думал, тебе последний удар остался. Я уже даже не стараюсь как-то защищаться. Ин-Янг. Теперь у меня 150 яиц. А, Инь-Янь. И можно сказать, что все три части полностью пройдены, за исключением скиллпоинтов. Их я просто не хочу собирать, может быть потом. Но проблема в том, что за них дают арты, ну, концепт-арты персонажей и всяких врагов и локаций. А мне это не так уж интересно. Поэтому всем спасибо за просмотр, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем удачи, всем пока.